Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Yaris 2008 года выпуска с двигателем 1.3 робот. На этом автомобиле мы сегодня заменим задний левый фонарь. К тому фонарику газель прижалась. Поэтому взяли новый, будем устанавливать. Вот такой фонарик. Берем его, откручиваем. Смотрим, где у нас и как крепится. Здесь нет крепления. Он наоборот прижимает резинку. Значит, он крепится изнутри. Новый фонарь Депо. Номер его 212-19P3L LDAE. Это левая сторона. Вот такой фонарик. А крепится он тремя креплениями изнутри. Одна клипса защелка и два болта, гаечка М6. Следовательно, здесь есть решетка. Вот это снимаем ее. И я думаю, что мы там увидим крепление. Сейчас отвертку возьму. Решеточка. Да, и здесь вот видно гаечки. Откручиваем их обе. Обе гайки мы сняли. Берем, вытягиваем фонарик. И отцепляем разъем. Разъем здесь нажимается. От удара даже плата выскочила. Берем новый фонарик. Он уже идет у нас с лампочками. Подключаем разъем. Одеваем на место резинку, которую я выдернул. Ее можно не выдергивать. И вставляем на место фонарь. Наживляем гаечки.
одну и вторую. Так, фонарь надо снять. У нас получается от удара рамка провалилась немножко. Эта рамка немножко завалилась. Сейчас ее возьмем, стукнем изнутри чуть-чуть. Резиновым молотком сейчас чуть-чуть, пару ударов небольших, тросик уберу. Я думаю, этого достаточно будет. Ну что, фонарик прикрутили, ставим на место решеточку. Смотрим, как у нас будет дверка. Да, все отлично. Все работает, все замечательно. Задний левый фонарь мы заменили. На этом все. Всего вам доброго.